8-летний ребенок попал под колеса автобуса. Это случилось накануне вечером на проспекте Мира Республики. По словам очевидцев, мальчик перебегал улицу на красный сигнал светофора. Водитель ЛАЗа, утверждают свидетели аварии, ехал на зеленый свет. С места происшествия ребенка увезли на карете скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний 2005 года рождения был доставлен в приемное отделение Центральной городской больницы. Диагноз – сотрясение головного мозга. Назначено стационарное лечение. Лиц, обладающих какой-либо информацией по факту дорожно-транспортного происшествия, просьба обратиться в госавтоинспекцию города Ноябрьска по телефону 32 58.